Санаторий «Светлана», Сочи. Санаторий «Светлана» основан более века назад, когда мацестинская сероводородная вода впервые стала применяться для лечения под медицинским контролем. О тех временах сегодня напоминает старинная вилла, построенная в 1902 году. В этом изящном здании после реставрации располагается в наши дни приемное отделение и администрация санатория. Санаторий «Светлана» является одной из крупнейших здравниц на Черноморском побережье. Гости санатория «Светлана» размещаются в однокомнатных и двухкомнатных комфортабельных номерах, а также в номерах «Люкс». Отдыхающим в санатории «Светлана» по назначению врача предоставляются лечебные процедуры, включенные в стоимость путевки, ингаляции, массаж ручной, классический, физиотерапия, дарсонваль, магнитотерапия, лазеротерапия, УВЧ. За дополнительную плату гостям предлагается грязелечение, пневматический лимфодренаж, озонотерапевтические и косметологические процедуры, иглорефлексотерапия и консультации врача-невролога. Для тех, кто нуждается в мацестинских ваннах, организуется трансфер до бальнеологического комплекса «Мацеста» и обратно. Новый зал ресторана предоставляет трехразовое питание по системе «Шведский стол» в лучших кулинарных традициях санатория «Светлана». Как правило, гости санатория пользуются пляжем гостиницы «Жемчужина», который по праву считается одним из лучших сочинских гостиничных пляжей. До пляжа около 5 минут ходьбы. Рядом с санаторием расположен дендрарий, один из самых крупных дендропарков мира. После Олимпийских игр город Сочи приобрел новые достопримечательности, с которыми интересно познакомиться. Олимпийский парк, дворцы спорта, стела Олимпийского огня, экстремальный Сочи парк и трасса Формулы-1. Поездка в Красную Поляну также подарит массу незабываемых впечатлений.